Выходные – это замечательное время, которое вносит небольшой хаос в нашу рутинную и обычную жизнь. Именно в эти дни мы можем заниматься теми удовольствиями, на которые нам не хватает времени в обычные жизненные будни. О том, как и чем занять себя на выходных, рассказывает наш корреспондент. Чем заняться в выходные, чтобы не потратить много денег, но хорошо развлечься? Существует много интересных занятий, которые помогут вам действительно не только отдохнуть, но и насладиться выходными днями по полной. Выходные – это идеальное время, когда можно начать заниматься тем, что всегда откладывали на потом. К примеру, освоить базовые элементы йоги. В интернете вы сможете найти много обучающих занятий. Вам понадобится лишь небольшое свободное пространство и гимнастический коврик или одеяло. А если заниматься йогой регулярно, то будет приятный бонус не только для здоровья, но и для фигуры. Ну а для тех, кто совсем не хочет проводить время дома, 6 февраля джип-клуб «Лебедушка» будет проводить самое экстремальное мероприятие автоспортивной жизни региона «Лебедушкино озеро». Самые подготовленные для бездорожья экипажи покажут свое мастерство на триальных горках. Эта часть соревнований всегда производит сильное впечатление абсолютной непредсказуемостью. Спортсменов ждут весьма замысловатые рельефы парка приключений, а невероятное мастерство пилотов и штурманов будет удивлять и завораживать гостей праздника. Кто-то любит смотреть на зимние забавы, а кто-то любит в них участвовать. Если же вам по душе второй вариант, то предлагаем вам сходить на открытый каток. Естественно, крытые катки с искусственными ледовыми площадками работают практически круглый год и в любую погоду. Но катание на свежем воздухе, конечно, это особое удовольствие. К тому же катание на коньках повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, способствует его закаливанию, а также появлению хорошего настроения. А для любителей фильмов предлагаем сходить в киноконцертный зал «Панорама». Конечно, сейчас фильмы можно посмотреть и дома, а с развитием сети интернет это перестало быть проблемой. Однако вы можете сходить на долгожданную премьеру в кинозал и отвлечься от повседневности. Так, сейчас идет премьера интересного кино «Непослушник», возрастная категория 12+. Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жестокие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводит дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать – в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника. Второй фильм, который скорее больше понравится женскому полу, это «День слепого Валентина». Возрастная категория 16+. В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьезные испытания. Найдут ли они в себе силы исправиться или испугаются и разойдутся? Фильм именно о том, что настоящая любовь способна победить все, даже если стрела Амура случайно попала не туда. А любители криминальной комедии могут сходить на «Вальдо», возрастная категория 16+. Частный детектив, расследуя убийство супруги звезды, обращается за помощью к бывшему полицейскому, который после громкого скандала ушел со службы и поселился в лесу. А познакомиться с афишей вы сможете на официальном сайте, там же вы сможете приобрести билеты онлайн. Приятного просмотра! Не забывайте, что выходные – это время не только для отдыха от рутины, но и время для чего-то интересного и полезного. Хороших выходных!